Андрей, вот это сифон. В нем гидрозатвор, чтобы из каналии не тащило. Хочешь, чтобы он тоже сантехником стал, да? Скажи папе, что тебе это неинтересно. Мне это неинтересно. Надоел. Чего надоело? В говне за копейки возимся. Так все так. А я не хочу, как все. Мне Тамара рассказала, где бабки лежат. Казино грабить. Мы им воду перекроем, они нас сами вызовут. Офигеть. Все, братан, ты понял? У нас теперь новая жизнь. За городом есть заброшка, там золотишко имеется. За минуту полляма. Ты наркотой решил заняться? В одной квартире за другой лям лежит. Зуб. Мы в этом ЖЭКе работаем! Бабки гони! Походу, у нас крот завелся. Последнее дело, и все, расход, клянусь тебе. Ну что, очнулись, мальчик? Как, ручки-ножки целы? Вы пришли меня грабить. Мы все вернем. Все до копеечки. Где мы возьмем 5 миллионов, Леша? Придумаю что-нибудь. Не из такого выбирались. Мы тут в одну ситуацию вляпались. Это тебе. Посмотрим, кто теперь говно. Не хочешь по-хорошему? Готов? Нет. Ребятушки, ну вы чё, пистоль, а? Отпусти его, и мы уйдем. Ты куда, вода, хрен, не уйдем? Что ж вы творите? Ты сейчас что-то должен придумать. Да, ребят, вали, блядь! И сюда! Это чудо! Такое! Это гранатомёт! А вы кто? Сантехники. Да. И Жека мы.